Здравствуйте, дамы и господа! Новая неделя, новые новинки в мире кино. Меня зовут Лиза, это канал Tiki Talk, и с нами вам, как всегда, есть что посмотреть. Первая новинка текущей недели – это у нас фильм под названием «Черный Адам». 5000 лет назад Черный Адам получает свои сверхспособности от египетских богов, после чего попадает в заключение. Сегодня же он выбрался из своей гробницы, и он готов бороться за справедливость в современном мире. Я не взял паспорт. Нам не нужны паспорта. Мы общество справедливости. Черный Адам. Мы здесь, чтобы договориться о твоей мирной капитуляции. Я не миролюбив. Следующая новинка текущей недели – это наш казахстанский фильм под названием «От огонь». Толик – глава большой семьи, у него есть и дети, и беременная жена, и отец пенсионного возраста. Ему приходится много работать, и он постоянно ввязывается в долги, не вылезает из кредитов и работает доставщиком в обычной компании. Он возглавлял надежды на свою старшую дочь, но и та его разочаровала тем, что забеременела. Теперь он попадает в череду очень интересных, но сложных приключений, которые приводят его к неожиданным последствиям. Кез келген жағдайдан шығатын жол бол. Сәуле! Қалаға келсек, бәрін қатырап дедім. Біз бір-бірімізді сүйеміз. Балаң екеуіңді бар ғой, түрмеде шектем! Мынаның тілі шығайды! Следующая новинка текущей недели – это у нас фильм в жанре ужасов под названием «Девушка в окне». Проблемная девушка-подросток Эми изо всех сил старается справиться с потерей близкого человека, смертью своего отца. Она подозревает Криса, это их ближайший сосед и по совместительству любовник ее матери Барбары. Ради семьи она должна убедиться в своих подозрениях, чего бы ей это ни стоило. Обратилась бы ты к копам. Что я им скажу? Здрасте, офицер, я знаю, кто убийца, мы с ним соседи. Что ты задумал? Где Сьюзан Миллер? Зачем вы пришли? Идите в соседний дом. Кто именно заперт в том доме? Полиция! Влезем в дом. Это не подростковая дилемма. Семеро уже мертвы. Здесь ничего нет. Что это было? Лень, уходи оттуда немедленно! Последняя новинка текущей недели – это у нас фильм в жанре фантастическая комедия под названием «Пришелец из будущего». 2555 год мы наблюдаем за тем, как экологическая катастрофа разрушила практически всю цивилизацию. Остатки выживших людей вынуждены жить среди зомби и кислотных дождей. Наш главный герой решается на отчаянный шаг при помощи своего непутевого робота отправиться в 21 век и спасти всех. Это еще что? А где мы? В будущем. Станция взорвется, папа. Не надо обвинять меня во всех катастрофах мира. Вот, полюбуйся на свое творение. И каждые 70 лет это облако убивает половину населения Земли. Звучит стрёмно. Я не пожертвую отцом ради спасения мира. Не убивайте его, а? Отыщите их хоть на краю галактики. Никто не вправе играть со временем. Ну же, ну же, ну же! Из воздуха появились какие-то робокопы, а бомжара исчез. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Как обычно, ставьте нам лайки, подписывайтесь, если вы еще не подписались. А я с вами увижусь на следующей неделе. Пока-пока!